Всем привет, это у нас Angry Neighbor. Давайте сегодня поиграем с читами, это Аутвита. Извиняюсь, что не обходил таких роликов примерно 3 дня, потому что у меня почему-то не записывал звук, а потом я понял проблему. Так у нас такое небольшое менюшко. Ноклип, высота прыжка, скорость. Ну давай сначала сделаем все по-честному. Без читов. Так, спать. И все, давай смотреть. Так, высоту прыжка давайте побольше поставим. Да, меню очень маленькое, не очень удобно. Прыгаем. Вау! Ничего себе! Так, если я туда попаду, это вообще будет пипец как высоко. Ах ты, гад, не успею. Зато сюда попал. Теперь так. Да, все, я могу допрыгнуть до уровня Что это? Ну, комната такой. Избушка на курьих ножках, смотрите. Избушка на курьих ножках. Так, скорость. Так, я скоростной. Можно с машиной гонки устраивать. О, тихо! О, боже мой, как я испугался. Потом сейчас вылечу из карты. Вау! Смотрите, тут деревья прям в воздухе висят. Я могу прыгать так по карте, да, тупо, и все. Ничего себе! Так, ну давайте что поменьше чуть-чуть сделаем. Вот так вот. Да, это прикольно, кстати. Да, в конце видео строим догонялки с машиной. Я могу даже перепрыгивать через невидимые стенки. Ладно, давайте не будем баловаться. Врубим телек, ноклип. Ой, блин, не обосрался. Вот чего я хотел. Это ванная комната. У нас такая труба есть. Скорее всего, мы будем ее применять в каких-то обновлениях. Если, конечно, будет. Скорее всего, не будет. Так, почему на потолке наклеены обои? А? Юнвикто Студиос. Так. О! Смотрите, какой я сейчас вам прикол покажу. Я это давно уже знал. Смотрите. Тут есть такая дверь, она не открывается. Тут у нас такая комната. Заходим сюда. И тут такая будет дверь. Она сломана. И там можно увидеть какой-то белый куб. Смотрите. Сейф не найден. Ключ желтый. 4-0. Номер 612. Время закрытия 5 секунд с восстановлением. То есть, они хотели сделать лифт в обновлении 4.0. Ключ будет желтый, и он будет закрываться за 5 секунд и будет восстанавливаться. Кстати, возможно, они будут делать лифт, знаете, в каком месте? Вот в этом. Вот. То есть, мы будем так вот по этажам ехать. Так. Можем прям по дому соседа летать спокойно, и все. Вау. Тут много очень пустых комнат. Это, возможно, типа бета второй этаж. Не второй, или... Да, третий. Типа они будут сюда что-то добавлять. Так, сосед опять там окна выбивает. Это у нас подвал. То есть мы так ползем, и все. А там дырка прямо. И мы можем туда попасть только с помощью зеленых кубов. О, вот еще что меня интересовало прям все время. В самых первых версиях тут был силуэт мужика какого-то. Прям так смотрел на нас. Хотелось туда попасть. Я один раз даже помню, как я сделал башенку из коробок. Залез, попытался разбить, и ничего не получилось. Бронированные стекла у соседа. Или же бронированные. О, май гад. Это вентиляция. Ну, было прикольно, если мы так лазили. Скажите, реально. Было бы, да, прикольно очень, если бы прям лазили так. Это, скорее всего, так мы будем. Да, смотрите, тут труба. Да, мы так будем лазить, скорее всего, в каких-то обновлениях 4.0. О, у меня идея. Давайте попробуем допрыгнуть до этого желтого домика. У меня это получалось много раз, но с помощью там зеленого куба или коробок. Так, все, с первого раза получилось. Но я хотела сделать с читами. Тут тоже, скорее всего, что-то будет. Не знаю, что. Давайте еще полетаем. Немножко.
Тут куча закрытых дверей просто. Так. О, сейчас спец... Ой, блин, что ты так пугаешь-то, а? Тут нет гудмо, да, кстати? О-о-о! Так, заткнись. Чё я придумал? Здрасте. До свидания. Сосед, можно я возьму у тебя машину? Я внутри машины, всё! А-ха-ха-ха, прикол! Во, превьюха. Хотя у Твита даже так выдвини. Так, тихо. Блин, надо найти такой ракурс прямо отличный. О, нормально. Нормально. Все. Так, летим дальше. Прямо в машину соседа зашел. Так, и в печку. Все, мы в печке. Прям греемся. Это баня. Баня. Так, у нас закрытое... Ну, не закрытое, тут... Это все пусто просто. То есть тут даже внутри ничего нет. Просто комната такая гигантская. Окна заколоченные. И пустота все, то есть ничего тут нету. Ладно, давайте устроим догонялки с машинкой. С машинкой, как я прям говорю. О! Не, давайте начнем. Нам надо сделать так, чтобы прыжок был не прям такой высокий прямо. Ну, типа того. О, давай, машина. Она где-то отсюда выезжает и едет дальше себе. О! Уи! Чего, блин? Нет! Все, я быстрее, ха-ха-ха. Так, она прям сюда въезжает, в землю, так. Ого, она влево едет. А сейчас направо. Ого, я внутри этой машины. Ничего себе! И она сейчас типа исчезнет, да? Да, смотрите. Вот это мод. У киберхакера, помню, я снимал на первом канале, который заблокировали. Киберхакеры, да, вот. И там не было прям ноклипа. Я не помню, было ли там высота прыжка и скорость бега. Вроде были, но ноклип это самое главное, мне кажется. Зато там был гуд мод, и там был вообще больше мод. Но у этого аутвита все самое необходимое в этом моде. Ладно, давайте это видео закончим. Мы сегодня посмотрели мод от аутвита. Ссылка на мод в описании под этим видео или же закрепленном комментарии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. С вами был GamesPro, всем пока.